Тарелка пельменей. Не совсем. Это кейски фрикадельки. Да что ты такая? Мышка. Это бабуля. Ева, дай дорисовать. Ты чего вообще? Каменщик. Каменщик работает 3 дня. Потолще, Ёша, должна быть. Ну потолще. Ты точно поняла? Ну, мышка сосиска. Йо, и сегодня мы с вами пришли снова в рисуночки для того, чтобы, внимание, рисовать теперь только свои слова и придумывать свои слова, точнее. Ага. Вот, ребята, у вас есть на примете какие-нибудь классные словечки, которые сложно угадать? Например, притяжение. Ну, например, зачем ты это сказала? Вот почему ты не говоришь это тогда, когда вот надо? Точнее, нет, ты вообще не должна это говорить, ты, в принципе, должна нарисовать это. Ну, вот. Что-нибудь другое в следующий раз нарисую. А Ева, по-моему, рисует Ульяну сейчас. А, нет, это правда мое слово. Которое мне выпало. Да, и теперь мы будем рисовать только свои слова. Красивенько очень. Так, ну давайте. О, у меня слово Snapchat. Как я должен это показать? Серьезно, как я должен это показать? Так, ладно, давайте начнем с простого. Я просто нагуглил прикольные слова для игры в крокодил. Это прям, ну, супер, супер оригинально. И знаете, как поступим? Давайте, наверное, мы будем рисовать до тех пор, пока не угадают остальные ребята эти слова. Ну, допустим, но иногда здесь меняют рисователя, поэтому Ёж рисует гуся. Это гусь. Так, ну это половина дела. Это половина дела. Так, но, блин, а как нарисовать? Злой гусь. О, Ева, а вот это было хорошо. Это вот злой гусь, да, но я не успел даже дорисовать. Ну, блин, а я хотел ему хотя бы клюв какой-нибудь сделать, ну. Ну, в общем, пиши Snapchat и поехали дальше. Ой. Типа, кто выигрывает, тот пишет слово, ну, дальше по тексту. О, я решеточками угадала. Так, а я не знаю, что. У меня даже слов никаких нет на примете, ребят. Но это как-то. Ну, давай, ладно, давай пока рисуй слово, которое тебе дали, а на next раз можешь нагуглить что-нибудь. Хорошо, давай. Ой. Как стереть? Вот стереть. А мы только своим цветом рисуем или каким? Ну, ешь. Нет, всеми, абсолютно всеми. Абсолютно всеми. Хорошо. Ну, это очень легкое слово, так что я думаю, вы должны были уже угадать. Ну, это какой-нибудь океан. Ой, это я не хотела. Ну, я не буду стирать. Ну, короче, давайте вот так. Да что это такое? Выкрутилось. Это стрелочка, понимаешь? Да. Волна! Ого! Так, Ёша, ну давай, что ты там еще нагуглил, показывай. Я тоже погуглила и будем искать. Ну, блин, есть прикольные, есть очень сложные, есть просто сложные. Давайте, ладно, давайте я сложные нарисую, давайте нарисую сложное. Вот это еще не слово, но вы можете уже начинать. Не-не, это, в общем, чувство, можно сказать. Это, можно сказать, чувство. Так, вот так вот. Это впервые, когда ты увидел квадрат Малевича. Нет, сейчас. Это печаль, может быть? Близко. Почему он печальный? Почему он печальный? Грусть, одиночество. Дождь на улице, дождь. Нет, не совсем. Ребят, это почему-то происходит. Потому что он в кубике сидит. Да. Клаустрофобия, что ли? Да? Хорошо, Лана. А что писать? Вот это было, конечно, интересно. Да, и можешь написать раздор. Я не знаю, как это на английском, но, в общем, написано на русском раздор. Кажется, мне не дадут победить. Вот очень странно, и как же нам выигрывать? Надо было с большой буквы. Ой, а почему я? Давай, ну вот так вот, заслужила. Ладно, хорошо. Так, давайте начнем. Это будет долго, но будет интересно. Ну смотри, чтобы за время успела. Да, я постараюсь. Так, это пока вот эти штучки похожи на... Так, нет, уже не похоже. Я хотел сказать на, типа, мост, потом хотел сказать то, что это, типа, пути железнодорожные, ну, начало их. Так, костер, какой костер? Это точно костер. Возможно, костер это только начало. Может быть, это какой-нибудь лагерь или что-нибудь такое? Так, это что? Это стрела. Это стрела, которая идет вниз. Может, это будет котелок? Сейчас будут жарить курочку. Вот, возможно, это шашлычки, может быть. Да, это же шашлычки. Так,
Так, давай мне слово, я буду рисовать теперь снова. Кольцо. Ну, в принципе, у меня шашлычки, как и кольцо. Нет, были. Я не успел написать, у меня раскладка была другая. Ладно, ничего страшного, Ульян, давай придумывай свое слово и поехали. Так, ну давайте. Так, это начало руки. Но это ни разу не показатель, потому что в прошлый раз у меня был квадрат началом, а слово далеко было не квадрат. Так, может быть, это приветствие, может быть? Это машет привет! О, да! Ого! Так, Ульяна, кто по пингу был раньше, я или Ева? Ну, нет, вроде бы Ева. Ага, все, окей, тогда Ева. А так, я, может, Ёж, тебя пропущу? Не, давай, Ёж, поехали. Я не хочу, мне нет слов, я не придумала еще. Ладно, давай. Ульян, что писать? Медаль. Ребят, тут написано, Ёж рисует, попробуй угодить. Не угадать, а угодить. Видите? Ёж, может быть, молочный коктейль клубничный? Спасибо большое, как-нибудь позже. Шашлычка не хотите? Так, я не знаю, как эту штуку рисовать. Я знаю, как вот... Куда птица? Не-не-не, рано. Так, давайте сделаем вот так. Стрекоза? Давайте сделаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это очень странно будет. Это очень странно. И типа она такая вот сейчас... Ой-ой-ой, не тот цвет, извините. О! Что происходит? Так, ладно, в общем, она... Да, бывает такое. Вот эта штука, вот эта штука, вот так вот относится к этой штуке. А что это справа? Вот что вот это? Вот это что такое? Это что такое? Огурец с руками. Нет, ну почему? Ну блин, ну ладно, давайте так. Тынь. Снеговик с руками? Нет, ладно. Если я буду... О, отлично. Я сейчас буду рисовать лучше. Давай заново. Сейчас я буду рисовать лучше. Давайте, буду аккуратнее это делать. Вот так вот. Это предмет, как вы поняли, одежды. Да. Вот, предмет одежды такой, знаете. Подожди, это что, бабочка, что ли? Не совсем. Галстук. Какой галстук, господи, вот эта штука, надо угадать, вот это что такое. Это моль, это должна быть моль. Да, это моль. Ты, по-моему, перепутал. Это моль! Я же показал, она любит вот эту штуку, вот эту она любит. Логично. О, боже, ну блин, я просто, вот как я вот это пальто нарисую-то, ну ёлки. Так, Ева, ты угадала, поэтому давай. Так, начинаю все с того, что ничего не понятно, это пока что не слово наше. И надо смотреть еще и сбоку, потому что если смотреть спереди, то ничего не видно. Ого. А, да, я рисую в 3D, получается? Ты рисуешь белый по белому. Белым на белом, да. Белым по белому это сильно. О, вот это уже лучше. Так, давайте, вот так. Тут немножко острые. Это какой-то дым или пар. Почти. И давайте сделаем вот так. И... Это маленький паровой ёж. О, а ёжик действительно? Это ёж? Серьезно? Да. Так, ёж... Пар. Снежный ёж. Подожди, ёжик. В тумане! Ёжик, да! О, Лана чемпион, похоже. Ой, я не успела. Так, давайте. Лана угадала первая. Лана, пиши календарь. Все правильно, это был ёжик в тумане. Ну, спасибо. Так. Ой, ребят, хорошо. Сейчас я буду пытаться что-то нарисовать. Так. На всякий случай сразу говорю, у меня слово грипп. Кто угадает, тот будет его писать. Удобно, кстати. А я рисую, Так, секундочку, я же решила, что я рисую. Так, ну-ка, давайте. О, это тарелка пельменей. Не совсем. Это кейски-фрикадельки? Да что ты такая шустрая, я даже флажочек не успела нарисовать. Ну блин, да как так? Я не знаю, я просто думаю о еде всегда. Пиши гриб, вот будет флажочек. В общем, просто флажочек. Давай дорисуешь. Да не, я его не успею, давай, пиши. Так, у меня дверной звонок, и кто угадает, тот пишет это. Так, а я не знаю, что я буду сейчас делать. Знаете, наверное, давайте начнем тоже издалека. Так, если что, это не дерево, это для антуража. Ага, хорошо. И самое главное у нас... Ой. Это белка. Да, это какая-то толстая белка. Давайте я нарисую орех. Ну ладно, в принципе, можешь писать дверной звонок. А-а-а!
нет! О, ну ладно, нормально. Нормально, да, повезло. Ладно, повезло. В принципе, да, сойдет. Так, у меня слово DVD. Вот, так, что кто угадает, тот его пишет. Это похоже на розовую грушу. Ну, возможно, возможно. Может, какой-нибудь смартфон. О, это мышка? А, нет. Нет, по-моему, это не мышка. Либо странная, очень странная мышка. Это бабуля! Ева, дай дорисовать! Ты чего вообще? Я не знаю, но это слишком легко. Давайте посложнее слова. Ева, DVD, пиши, а то не успеешь. Ой, так, раз все так легко, давайте будет посложнее. Начинаем вот прям со сложного. Что-то жутко выглядит. Это все, что я представляла, будет иначе. Это божьи коровки из Адопта, которые, в общем, выпадают огромными толпами. По-моему, это глаза. Ой! Это река? Я не хотел, нет. Так, и самое главное. Это пикирующая бабочка. Это рыбка какая-то, по-моему. Человек, который, в общем, плывет. А, как это, водолаз? Да, это водолаз, только получился какой-то морской котик. Ну, ласты у него, конечно, мощные. Так, а что Ульяне писать? Прямоугольник, прямоугольник. Ой, так. Ульян, как-то неудобно получилось, и я рисую, так что сорян, давай я уже... Ничего страшного, я тебя пропускаю. Вот, в общем, у меня слово такое внезапно в голову пришло. В общем, это, ну, как бы такие штуки. Это не буду говорить, что сейчас вы должны будете угадать, что это сначала, а потом что с ними происходит. Ага. Но пока можете не угадывать. Ну хотя можете, в принципе, и угадать. И вот теперь вот тут человечек есть. Так, это какая-то скала. Так, мне кажется, это человек сломал все бильярдные шары. Не пахнет, немножко не то. Это человек, который прыгает со скалы. Нет. Это майнкрафтер? Не совсем. Ну, шахтер какой-нибудь. Ну, ближе. А как это называется? Добытчик руды. Каменщик. Каменщик работает 3 дня. Все правильно, все правильно. Ульян, ты так и так, видишь, должна быть следующая. Так, кстати, тебе... Ага. Можешь просто написать луна, мун. Хорошо. Ну что, Ульян, ваше слово. Так, я тут придумала... Подожди, не называйте его, конечно. Крутите барабан. Вот, а, букву или слово сразу. Так, это очки водолаза. Это подушка для самолета. О, да. Ой, уже ничего. Нет, я случайно все стерла, извините, пожалуйста, извините. Так, еще раз. Ну что, мы запомнили, в принципе. Ой, это калечно получилось. Калечно, очень калечно. Все-таки маска для сна, мне кажется. Это толстый бумеранг. Геймпад? О, да! Прикольно. Получилась какая-то мордочка грустная. Ну да. Так, Ёши, слово шлем. Итак, ребят, у меня есть одно слово на примете. Не знаю, насколько легко будет угадать вообще его. Но это, короче, просто скажу вам то, что это мимасик. Вот. Вот. Так, вот. Это очень нетипичное слово. Так, и это сейчас... червячок? Да. Нет, это змея какая-то гламурная. Это близко к червячку. Ой, короче, как-то так. Ладожорка. Похоже... Это длинная птичка? Да, что-то очень... Не совсем. Это же с хвостом еще присел. Так, смотрите, она ползет, и это, давайте подсказочку, это из двух слов состоит. Вот когда ты улыбочку нарисовал, я поняла, только она потолще, Ёша, должна быть, ну потолще. Ты точно поняла? Ну, мышка-сосиска. Да, это она. Ну, похоже же. А вот это, смотри, вот эта штука, как будто, знаешь, у нее идея хорошая появилась. Ой, и, типа, блин, господи, почему тут получилось лучше, чем здесь, блин? Я не смог нарисовать просто лампочку, господи. Так, ладно, тебе не повезло, и... Ага, всё-таки Ульяна. Не, Ульян, ну пусть Ульяна рисует. Ульяне. Да, в next раз можно как раз-таки тебе вот дать возможность порисовать, потому что идеально угадала. Ну, без улыбочки Ёша не угадал бы, вот почему ты улыбку пририсовал, всё сразу стало понятно. О, это вагончик. Вагончик. Дом на колесах, может быть. А может и дом на колесах, а может автобус. Автобус тоже вполне возможно. У автобуса еще спереди дверь должна быть. Ну или с другой стороны, Ева, ну ты не знаешь. В общем, короче, а может это... А это тогда что? Это туда багаж складывать, да? Я а часто понимаю. У тебя автобусы с правым рулем ездят по улице?
А просто Лана из Великобритании. Ага. Может, это какая-то инкассаторская машина? Очень добрая инкассаторская машина. Да нет, чувак там довольный. В инкассаторской должен быть более серьезный, мне кажется. Так, Ульяна. Мне кажется, это вообще какой-то трамвай. Что это было? Рассказывай. В общем, я нашла слово «улыбчивый кондуктор». Ого! Это очень забавно, мне показалось, но очень сложно. Очень сложно, это не на один раунд, мне кажется. Ну, кондуктор же обычно не водитель. Или я ошибаюсь? Я не успела дорисовать, ну, как-то так. Это блин, была масленица недавно, это 100% блинчик. Ну, почти. Это тарелка блинов. Огромная, это, а, нет. О, это какая-то кошка-девочка. Это Йоши. Это Йоши, но подождите, это еще не все. Я знаю, что вы очень у нас долго, быстро, вернее, в общем, все отвечаете, поэтому сейчас будет вот немножечко... по-другому. Так, а что это зелененькое? Давайте, вот так вот. Это я на полянке, цветочной полянке. Нет, стоп, это маленькие какие-то. А, это Йоши Виари. Да! 100%! Да! Прикольно. Так, ну, раз Ева угадала, Ева, пиши слово «карточка», потому что, собственно, не знаю, как оно пишется, может, «карта», ну, в общем, твоя очередь. А давай попробуем по-русски написать. Так, ребят, у меня слово «лобстер», но я сейчас буду рисовать не его, а пельмени. Ту вещь, которую вы все хорошо знаете, не «а». Ну, я должна была попробовать. 100% вы это знаете. Это совок. Это совок. Нет, это не совок. Это лампа, настольная лампа. А я знаю, Ёша, я знаю, что это, я знаю! Это держатель для телефона? Нет, да вы что, серьезно, что ли? Ну во что вы сейчас говорите? Да! Это наш микрофон! О боже мой! Такой минималистичный. Не, ну ладно, так нечестно. Давай ты пиши лобстер. Лобстер? Ну ладно. Ну, ребят, очень сложно, но допустим. Я сейчас попытаюсь нарисовать, конечно. Я ничего не обещаю, что у меня тут что-то получится. Ну, короче... Это лицо человека начиналось, но... О, это пюрешка, это мистер пюрешка? Чего? О, серьезно? Вообще-то нет, но как бы, может... Ну, пусть будет мистер пюрешка, все, я решила, что это мистер пюрешка. А кто это должен был быть вообще? Вообще, это должен был быть какой-то аристократ, но версия с мистером пюрешкой мне нравится. Мне, по-моему, лучше. Так, что писать, Лана, что писать? Угол. Так, ребят, эта штука лежит рядом со мной, поэтому она просто, не знаю, вот захотела нарисоваться сама собой. Мне кажется, я знаю, что это. Должна ты знать. Так, вспоминаем, что может лежать рядом с ёжей. Это какая-то еда? Нет. Похоже на мороженое. Это шнур. Нет. Ну... USB, ну, мышка. А можно подождать, если... запутанный шнур. Можно чуть-чуть подождать. Ну, так, вот такая штучка тут. И вот здесь... Шнур от микрофона? Вот такая штучка. Это маленькая змея с батарейкой на хвосте? Батарейка есть, есть батарейка, но не на хвосте. Ага. Это очень сложно. Это микрофон, который петличка или что? Да, это он. Серьезно? О, так Ёши, ты его достал! Ой, значит, скоро будет VR. Интересно. Возможно, возможно, в скором времени. Ой, ну, пусть Ульяна будет, я слишком много угадывала, так что я дам другим, тем более они даже не знают, что придумать. Так, ну хорошо, я одно могу сказать, что Ёши и Лана 100% знают это слово, и вот мне кажется, они должны угадать. Это чтобы я не мухлевала, да? Так, почему именно мы? Нет, ну, возможно, ты тоже угадаешь. Это банан, который утонул в кружке. А банан испорчен уже немножко. Блин, это сложно, я хотел сказать... Это чипсики Принглс, Принглс! Да, очень острые. О, это очень сложно сейчас было, Ульян. Ничего себе, Лана, ты что такая? Ты как это вообще угадала? А вот так угадала. Я хотел сказать то, что это... Я, знаете, я думал то, что внизу это сосиска, сверху это банан, типа банановая сосиска там, ну, типа что-то такого. Вот, но оказывается, это все сложнее. Ой, ребята, честно, я не знаю, что он мне предлагает нарисовать, какой-то смор.
если кто угадает, ну, что короче... Что такое смор? Смор, сокращенная смородина, это пол смородины, я не знаю. А, понимаю. Вот, поэтому я просто рисую вот то, что рисую, и я думаю, что... Вы, наверное, должны будете угадать. Так, ну сначала было похоже на кулак Халка, а сейчас на какую-то бабочку. Так, допустим. Ребра? Я сейчас одну штучку дорисую. Это флай-зелье из Адопта? Да, Йоши! Серьезно? Да, это флай-зелье! Боже, я видел его несколько раз в жизни, и раз в жизни держал в руках, ну, персонажа. Как я это угадал, господи, это шикарно. В общем, ребят, на этом все. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. У меня, в принципе, еще есть некоторые идейки для этой игры. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. 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 Пока.